Мне сложно давать оценку Даниилу Ахметову. Наверное, зрители увидят в этом необъективность, поскольку у нас были, мягко скажем, так, неприязненные отношения, поэтому я давать характеристику этому не буду. Скажу лишь, что, наверное, тот день, когда президент подпишет указ об его увольнении, будут праздновать в семье. И не только в семье, наверное, в Усть-Камане и вообще вдоль всего Прииртышья. Действительно, его отношение к области Абай нынешней, оно оставляло желать все эти годы лучшего.